Плавание в Приморье – один из самых популярных видов спорта. Ежегодно на соревнованиях здесь встречаются тысячи пловцов самых разных возрастов. В этом году сезон крупных состязаний во Владивостоке открывается первенством края, которое собрало в бассейне спорткомплекса «Олимпиец» настолько много участников, что заплывы пришлось растянуть на 3 дня. Проводится первенство Приморского края, очень масштабное. Они как бы одни из первых соревнований. Вот, поэтому весь Приморский край участвует. Большой камень, Арсеньев, Находка, то есть все, что представлено, где представлено плавание Приморского края, все здесь. Первенство традиционно начинается со 100-метровки вольным стилем. В дальнейшем же разнообразие дистанций максимальное – от 50-метровых спринтерских до марафонских, или, как их называют, стайерских. Для многих это первый выход на соревновательную воду в этом году, но некоторые приморцы все же успели открыть сезон еще в октябре. Сезон как бы открывается в Хабаровске, первые соревнования, зона Дальнего Востока. Вот. Это вторые соревнования. Потом идет открытие первенства края в Арсеньеве. Ну и потом крупные соревнования, это здесь, проходит зона Дальнего Востока на большой воде. Отбор на чемпионат и первенство России. С каждым годом количество участников неизменно растет. Молодежь стремится в секции, и уже после нескольких месяцев занятий дети умудряются зарабатывать свои первые награды. Часть спортсменов и вовсе буквально выросла в воде. Я занимаюсь 3 лет, я занимаюсь уже 10 лет плаванием, а соревнования, ну, когда они наступают, тогда и принимаю, когда мой год. Меня мама отдала просто. Просто. У меня и сестра занималась плаванием, и меня отдали. Ну, на самом деле, у нас, во-первых, расширилось количество бассейнов, поэтому, естественно, количество народа больше, и плавание достаточно вид спорта, который вообще в жизни пригодится для здоровья, для физического развития. Первенство края будет идти вплоть до 2 декабря. Сезон открыт, а значит, в следующие несколько месяцев пловцов ждет череда крупных чемпионатов, а также отбор в свои региональные и окружные сборные. Максим Яковлев, Станислав Лазебный, новости спорта на 8.